чувствовала нас в серьезном положении в лице, вот это же мордочку назвать, и мы вместе, не могу назвать это мордой, потому что это все-таки лицо. Красивейшее, сильное, мускулистое, крепкое тело, очень хорошее, сильное в конечности, очень мощные лапки, прекраснейший длинный хвост, очень, да, давай похвастаемся, сюда приведу, но вот такой вот длинный хвост, очень-очень хорошо обнаженный, очень хорошо развит плащ, огромный нос, великолепнейшая девчонка с прекрасным эффектным профилем, хорошо наполненный лоб, прекраснейший профиль с переходом, сильный подбородок, квадратная коробочка, большие уши, широкие основания с хорошими тяжелыми кистями. Это очень-очень важно, когда кошка не только красавица, но еще и умница. Ваши аплодисменты ей. Спасибо большое. Спасибо.